Глория Стюарт, американская актриса, известная по роли в фильме «Титаник», умерла на 101-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. 5 лет назад у нее обнаружили рак груди. Глория Стюарт снялась в 77 картинах. Она стала самым пожилым в истории Американской академии киноискусства человеком, номинированным на «Оскар» за роль в «Титанике». Журнал People внес актрису в список 50 самых привлекательных людей мира. В 2000 году Глория Стюарт была удостоена именной звезды на Аллее славы Голливуда. А с вековым юбилеем старейшую звезду экрана поздравил лично режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон.